Девочки-зажигалочки устроили транспортный коллапс в одном из спальных районов Екатеринбурга. Из-за пожара в женской раздевалке фитнес-центра накануне оказалось остановлено движение транспорта по главной и фактически единственной транспортной артерии Ботанического микрорайона, улицы Родонитовой. Сообщение о возгорании в тренажерном зале Drive Fitness на Родонитовой 4 поступило в пожарную охрану в четверть шестого часа вечера. Поскольку это здание считается объектом с массовым пребыванием людей, происшествию автоматически был присвоен повышенный номер тревоги. На Родонитовую были командированы 5 единиц техники, в том числе спецавтомобиль для откачки дыма и 29 человек личного состава. Развернут штаб пожаротушения. Впрочем, к приезду пожарных все посетители и сотрудники фитнес-клуба самостоятельно покинули помещение, а некоторые даже с планом эвакуации в руках. Для чего в руках вам? Сказали учить. А так не знали? Знали, повторить. Девушки рассказали, что пожар начался в помещении инфракрасной сауны, находящейся в женской раздевалке. Объявили о том, что все выходили из клуба. А сколько было людей у вас там? Около 20 человек летом было. Все около 30, да? Да. Ну, все эвакуировали самостоятельно? Да, без помощи травм, без каких-то происшествий, все хорошо. Дыма-то много было? Да, достаточно. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На борьбу с огнем и его последствиями ушло 50 минут. Однако движение по Родонитовой, в том числе троллейбусное, удалось разблокировать только через полтора часа. Фитнес-центр ожидает внеочередная проверка на предмет выполнения требований пожарной безопасности.